Друзья, всем большой привет, добро пожаловать в Crystal Land и добро пожаловать в четвертую часть прохождения Человека-паука Майлса Моралеса. Дорога к Человеку-пауку 2 продолжается. Без понятия, успею ли я вообще заснять полностью прохождение Майлса Моралеса до выхода Человека-паука 2, потому что прямо сейчас на моих часах, на календаре, точнее, 17 октября. Не знаю, успею или нет, но попытаюсь, по крайней мере. Были дни, когда я немножко затягивал, и в итоге не снимал прохождение, и все это затянулось, и в итоге я немножко не успеваю. Но в любом случае, с 20 октября прохождение второго Человека-паука, самой грандиозной игры последних лет, будет выходить на моем канале. Не забывайте, что там будет запущен большой розыгрыш, и в каждой части прохождения будет спрятан специальный купон, который можно будет дальше использовать на моем сайте и получать разные плюшки. Ну, в общем, обо всем этом подробнее буду рассказывать в своей телеге. Ссылку оставлю в описании. Обязательно на нее подпишитесь, если хотите быть в курсе всей движухи по прохождению, которая у меня будет на моем канале. Так, не тяну. Давайте посмотрим, какой костюмчик нам доступен. В прошлой части мы создали вместе с Ганки, так скажем, классический костюм для этого Майлса Моралеса, именно для этой игры. Поэтому сейчас у нас вот такой костюм. У нас есть вот такой. Но, вы знаете, особо... О, вот такой есть. Давайте его, в принципе, и наденем. Он не сильно, да, по краскам отличается от этого, но все же отличается. Поэтому улучшенный технокостюм. Давайте наденем его, чтобы, ну, было какое-то отличие и был другой костюм. Так, полетели. Мы должны немножко помочь людям в городе. Грабители мешают городу. Погнали. Может, те же, что напали на Тео? У этого костюма прикольно, что есть подсветка классная, которая особо круто смотрится вот в такую новогоднюю зимнюю погоду. Поэтому костюмчик смотрится здорово. В общем, атмосфера офигенная. Полетели. Человек-паук, привет, я Калеб, рад встрече. Видел твой портрет у Тео. А, это другой, но буду рад помочь. Все заведения в этом квартале ограбили за последние дни. Пропала бумага, одноразовые наборы, санитайзеры. Мы все местные, с такой потерей мы не смиримся. Полицию вызывали? Конечно, но никто не воспринял нас всерьез. Камила, хозяйка соседнего ресторана, решила сама во всем разобраться и отправилась в наш логистический центр. Я встречусь с ней, постараюсь помочь. Спасибо, Человек-паук. Хорошо, что ты у нас есть. Приятно. Так, ну погнали. Ой, блин, 1500 метров, жесть. Придется чуть полетать. Во второй части паука будут улучшены полеты. И будет доступно более быстрое передвижение по городу. Что здорово. О, обожаю пана. Прости, помехи. Да, я нашел телефон Пины, но он расплавился, когда я поглотил энергию из двухформового реактора. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Пине, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать двухформу и помешать ей во всем. Типа, наврать ей в лицо? Ну, других зацепок у меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список за и против. Именно, список за и против. Нет времени размышлять. Согласен. Удачи. Позвони, если буду нужен. Давайте найдем тайник, раз мы уже здесь. Вот и тайник. Это нужнее, чем подполье. Копы? Что происходит? Свидетель сказал, женщина спорила с людьми бандитского вида, и ее увезли в багажник. Кто она? Картинка с камеры Аскор. Камила Васкес, владелица Пана Фуэрта в Гарлеме. О, боже. Они похитили Камилу. Я постараюсь ее найти, но копы вряд ли будут мне рады. Но если я увижу зацепки... Камила пыталась дать отпор. Надо узнать, куда ее увезли.
чек с парковки. Чайна там. Так, камуфляж сейчас летит. Но где в Чайна-тауне? Воу-воу-воу-воу. Летим сюда. Так, окей. Смотрим, что у нас дальше. Так, вон там есть улика, но мы должны отвлечь. Есть что-нибудь? Не ясно, что важное, а что мы... не видно. Об ограблениях сообщил на севере некто Калик-Форд. Возможно, есть связь. Да у них на районе всегда какая-то. Да. Отлично. Теперь посмотрим на зацепку. Не, камуфляж безумно классная штука. Безумно полезная. Куртка из автомастерской Дэвида. Кто-то забыл ее тут в спешке. Эй, а как мне пройти к автомастерской Дэвида? В Манхэттене таких 12. Хм. Где-то в Чайна-тауне? Ага, высылаю адрес. Все, здесь мы свое дело закончили. Полетели. В переулке видели женщину, подходит под описание жертвы. Вперед! Эй, Человек-паук, узнал, что о нашей пропаже? Ага. Эти воры, видимо, Камила их застукала и ее похитили. Что? Точно? Я уверен. Я ее выручу. Хорошо, что ты оказался рядом, Человек-паук. Спасибо. Уже очень-очень близко. А ну отцепись от меня! Копы! Валим отсюда! Погоня! Нет-нет-нет! Сейчас же отпустите Камилу! Я правильно понимаю? В той машине Камила? Да! Той, которая мчит по Манхэттену и пытается попасть в аварию? Да! Боже мой! Как бы с ней все было хорошо! Камила! Вы там в порядке? На помощь! Скорее! Отлично. Сейчас спасем ее. Надо открыть багажник. Вы в порядке, по-моему, мэм? Во второй части можно Человек будет доставлять жителей Нью-Йорка, если люди. Какие-то срочные дела, из одной Все точки хорошо. В другую в полете. Что прикольно. Им заплатили, чтобы они украли наши вещи. Чтобы мы разорились. Они хранят все в доках у объездной. Рядом с мостом. Я верну ваши вещи. Вам помочь добраться домой? Нет, нет, нет. Я вызову такси. Грасиас. Вы спасли мне жизнь. Хм. Погнали. Ганки! Камила в безопасности! Она поймала их за кражей товара. Сказала, их кто-то нанял. Да, кстати, я тут покопал. Вот здание Роксон. Анонимный запрос властям города на принудительное отчуждение собственности Камилы и Калиба. Видимо, это он платит нашим бандитам. Хочет забрать все себе? Однозначно. Я внес свой запрос на расследование попыток скупки земли в том районе. Чувак, ты гений! Я погнал к докам возвращать товары. Созвонимся! Ящики, ящики, опять ящики. Где же они припасы спрятали? Хм. Парни наверняка знают. Попробую подслушать и выяснить, какой ящик нужен.
как думаешь, что он будет строить? Может быть, квартиры или офисы. Будет там продавать наркоту? Наверное. Это легкие и быстрые деньги. Только не в моем районе. Так, кто еще тут у нас? Болтает. Так, где вы? А, вон там. Не знаю, стану ли я работать на босса, когда он займет Гарлем. А чё нет? Он хорошо платит. Да просто какие-то его дела мне не заходят. Рэкет, да. Наркотики, ладно. Но убийство... Какой ты у нас чувствительный! Какие-то границы нужны? Это не то. Ты слышал, что босс хочет закрыть пир? Главный или тот из Гарлема? Из Гарлема. Наверное, ему тоже нужна земля. Что? Пиру я вредить не позволил. От этих толку нет. Подслушаю кого-нибудь другого. Что нам делать со всем этим добром? Парикмахерские ножницы, салфетницы. Да выкинем. Можешь начинать. Все в зеленом ящике с белой звездой. Есть. Теперь можно от них отделаться. Один. Негодяй, работающий на таинственного босса, ноль. Теперь ищем вещи. Зеленый контейнер, белая звезда. Вот это же правильный ящик. Нужно только его открыть. За другими ящиками. Можно использовать кран. Только каким образом? Есть. Теперь достанем все из ящика. Главное, чтобы сейчас не упал на нас. Опа. За ним! Серьезно? Еще? Босс раздал вам гранатометы? Вау, даже машина взорвалась. Он жить не любит. Я не позволю вам мешать вести дела этим славным людям. Вот они, отлично. Украденные вещи. Нашли вещи. Эй, Калеб, я нашел ваши вещи. Пригоните пару грузовиков в доки, я помогу погрузить. Мы уже готовились объявить себя банкротами и закрыться. Благодаря тебе мы выстояли. Отлично. Спасибо тебе. Тысячу раз спасибо. Захочешь постричься, заходи. Постригу бесплатно. Как же я в маске подстригусь? Я и не такое видал. Да, тебе и поесть надо, ты ведь растешь. Мира, заходи в Пана Фуэрта, мы тебе завернем, что повкуснее, ладно? Спасибо большое вам обоим. Весь квартал тебе благодарен.
Приятно. Так помог Человек-паук. Очень приятно. Так. Теперь опыт есть. Ганки. Человек-паук, ты молодец. С твоей помощью. Какие новости про нашего парня? Пытаюсь его вычислить. Пока кандидаты такие: Стервятник, Скорпион, Надгробие. Вряд ли Электро стал бы таким заниматься. Серьезные дядьки. Но мы справимся. Его надо выгнать из нашего района. О, так мило. Ты впервые сказал нашего. Не перегибай. Уже. Ладно. Надо действовать. Погнали. Фини, и попрошусь в подполье. Привет, Майлз. Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Слушай, а может кофе попьем? Почему бы нет? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки. И его приятно пить, а не кофе. Понял. До встречи. Так, еще немного, и я вступлю в банду опасных преступников. Так, встретиться с Финой на адской кухне. Погнали. Воу, ой. Sorry. Так, преступление. Но я сейчас не буду на него откликаться. Полетели к Фине, так как она нас ждет. С преступлением разберется и полиция. Ничего страшного. Блин. Знаете, вот кажется, как будто вот отличие города от города, когда мы играли в первого Человека-паука, казалось бы, только в снегу, но как будто город вообще другой. Неужели так снег влияет, и вот эта атмосфера зимняя? Встреча у церкви? Или я ошибаюсь? Так. Окей. А, вот сюда нам. Отлично. Я рада, что ты позвонил. Мне нужен был отдых. От чего? Да так. Вообще. Я заходил в вашу мастерскую. Думал, найду тебя там. Похоже, прямо перед моим визитом там кто-то затеял драку. Я зашел внутрь, осмотрелся и узнал про Рика. Мне так жаль. Что еще ты там узнал? Я хочу помочь. Но ты должна все рассказать. Мне жаль, что твоя мама пострадала на митинге. Если бы не этот новый Человек-паук, все бы прошло гладко. Прошу, не пытайся отговорить меня. Я сама знаю, что делаю. Ладно. Ну, вот, таков мой секрет. Этим я и была занята. А ты чем занимался? Ну, там
школой, работой в пире. Этим ты всегда занимался. Что на самом деле? А на самом деле... Я взял на себя слишком много обязанностей. Слишком много. Вот я и забыл о друзьях. Я хочу все исправить. Можно мне вступить в ваш клуб, отряд, группу? О, я не знаю. Знаешь, Рик был... лучше всех. Я понимаю тебя. Если нужна помощь, только скажи. Если нет, не бойся. Я сохраню тайну. Ты хороший друг, Майлз. Ладно, идем. Куда? Ты же знаешь, я не люблю высоту. Не Она будет какие-то испытания нам я подстрахую. Давать. Или что? Подполье абы кого не берут. Доберемся до башни Фиска, скажу, что нужно делать. Вы обустроились в штабе Кингпина? После того, как его посадили, федералы арестовали имущество, но никому не продали. Вот мы и въехали. А как ты ввязалась во все это? Подполье, умелец. Ну, меня не зря прозвали умельцем. Я делаю все. Маски, оружие. Программируемая материя. Да. Подпольщики хотели ограбить дедушкину лавку и нашли мои работы. Мы заключили сделку. Я знаю, тебе нужен Кригер. Но им-то все это зачем? Ну, помимо оружия. Им нужна известность. Если известность будет, им все сойдет с рук. И ты не против? Одной мне Роксан не одолеть. Идем. Ты что, в последний момент струсил? Нет, вовсе нет. Прыгни с крана на балкон. Покажи им, что не боишься. Они наблюдают? Через окна. Без этого ничего не получится. Смелей, ты справишься. Капец, там снег, можно упасть конкретно. Ну, для обычного давай, человека это безумно опасно. Безумно. Капец, блин. Такой риск. Теперь я официально принят в клуб? Конечно. Жаль, что приходится ее обманывать. Смотри в оба. Эти ребята не очень-то любят новичков. Ну вот, добро пожаловать в главный штаб. Так, что ты задумала? Причем тут Нуформ? Кригер говорит, ты украла партию. Всего одну канистру. Немного поработаю с ним. Не бери в голову. Пора влиться в коллектив. Хорошо. Ты здесь? Отлично. Гэвин тебя искал. Не сейчас. У нас новобранец. Ладно. Ну и ну. Это все ты сделала? Ага. Пока я делаю новые пушки, все подполье у меня в руках. Это меч из программируемой материи? Новые враги. Новый подход. Ты про Человека-паука? Самый паршивый сюрприз прошлой недели. Сколько раз мне еще ему объяснять? Надо кое с чем разобраться. Подождешь, лады? Да, конечно. Это мой шанс. Надо выяснить, где она держит Нуформ. Может, тут есть какие-нибудь зацепки? Мы свергнем Рокса.
Мы же здесь дрались, вы помните? Офигеть. Мы же здесь дрались в самой первой части Первого паука. Биску бы это не понравилось. У мужика по всей башне секретные ходы и фальш-двери. Но мы все раскусили. Башня теперь наша. Тайные комнаты. Есть где хранить опасные вещества. Так, где нам искать-то все? Так, отсюда мы пришли. Это давайте вещи. Посмотрим, что здесь. Банды Мартина Ли? Да, трофеи. Если хотим подвинуть Фиска и взять власть в Нью-Йорке, нас должны уважать. Парни круто тренировались, расправились с демонами. Вот интересно, где? Это оружие меняет все. Так, давайте там посмотрим. На 35 мегагерц. Это ящик с припасами? Ага, какой ты придурок играешь. Надо меня... Обожаю. Жесть. Это же мы играем. Сколько денег? Внизу есть еще. Старик нас, можно сказать, спонсирует. Хочет он того или нет. Внизу есть еще. Жесть. Звучит перспективно. Сколько денег? Офигеть. Давно ты уже в подполье? Дыхание изъято. Сначала подался к нам дружбе, но он сказал, я слава. Пришли грязные. Так, поставлю-ка я на зарядку DualSense. Продолжаем. Почему не могу сюда пройти? Что не так? Блин. Ставь на 35 мегагерц. С таким оружием с нами начнут считаться. Не, оружие выглядит очень круто, вот этот фиолетовый цвет. Прям прикольно. Так странно быть. После атаки на мост в прессе одно подполье. Репутация — это важно. Как по мне, стоит сосредоточиться на нашем имидже, а не на Нуформе. Не на Нуформе. Может, они держат его здесь? Возможно, они разместили его в тайных подвалах Фиска. Перерыв окончен, ребятки. Группа 2 вниз на тренировку. Похоже, надо туда наведаться. Да, новые стволы мне нравятся. Кажется, я где-то видел этот фотоаппарат. Одним Роксоном мы уж точно не ограничимся. Кому ты пишешь? Маме. Да, она зовет домой. Сейчас? Правда? Ага, у нее рука в гипсе. Надо помочь с ужином. Ты сказал ей, что я... Спасибо. Можешь выйти вон там. Ты же вернешься? Безусловно. Фига она прыгнула. Сейчас мы переоденемся, да? Посмотрим, что за тайны скрывают подвалы. Ну, костюм топ, согласитесь. Напишите комментарий. Я в вентиляции. Класс! Ты выяснил, где они прячут Нуфор? Пока нет. Но я видел, как Фина пошла в подвал. Попробую выследить ее.
Слушай, вот ты такой крадешься по вентиляции. Ты чувствуешь себя героем фильма? Набираешь под нос героический мотивчик, а потом тебя могут поймать и бросить в камеру над бассейном с крокодилами, а ты делаешь бомбу из жвачки и смываешься. Стоп, что? Нет! Ясно, просто спросил. Где вестибюля? Нужно разобраться с тренировками подпольщиков, а потом искать тайную комнату. Так, где еще? Да, наверное, можно уже в открытую пойти, почему бы и нет. Примечательно, что у Майлза будет во второй части синяя энергия. Вот, здесь она у нас она такая оранжевая. Ну и та красивая. Давай, чувак, иди сюда. Отлично. Вроде бы все, нет? А, нет, не все. Ладно. Отлично. Пину пока не видно. Где-то же она должна быть. Я читал интервью Фиска, он там сказал, что любит полезное искусство. Что это значит? Не знаю, но в его доме нашли кучу секретных проходов, спрятанных за картинами. Так что... Да, понял. Ищу. Эй! Так, вроде окей, давай. Отлично. Ого, потайные ступени. Супер. Погнали. Ой, случайно. Глубоко. Поехали вниз. У многих злодеев есть потайные ходы. Может, Фиск хотел сбежать от другого Человека-паука? Мог бы построить скоростной лифт. Может, успел бы сбежать. Давай не будем подсказывать злодеям, что делать, а? Слышал, какой шум? Да, лучше не надо. Вот это тренировка там идет. Так, надо тихонечко. Давайте. Не получается провалить. У подполья нет времени возиться со слабаками. Ты слышишь? Люди из подполья тоже болеют от нуформа. Какая черствость.
Надо быть очень-очень аккуратным. Он цел? Да, лаборатория в городе. Ганги. Мы еще, у нас еще костюм весь светится. Тяжеловато нас не заметить, посмотрите. Просто как гирлянда, как лампочка. Изменили его структуру. Скажите всем, чтобы не трогали. Их убежище. Ну, форум точно где-то там. А, нужна четкая картинка, тогда смогу сузить поиск. Мы ничего не знаем об этой штуке. Что это? Откуда взялось? Ну, форм создал мой брат. Главный химик. И Роксан его убил. Я не отступлюсь, пока их не уничтожу. Вы со мной? Вот это стресс. Ты знаешь, что вот да. Это стресс. Хорошо. Нужна энергия. Маска у него прикольная. Генераторы, аккумуляторы, все что угодно. Тащите в кинотеатр. Паук? Чуть не спалились. Прием, кстати, новый. Могу вычеркнуть схватку в злодейском логове из списка дел. Бежим, сейчас уйдем! Гады! Наверное, твое! Воу! Я обрел. Не ровня! Отлично. Фу. А то у меня прям было мало-мало жизней. Гаджеты спасли. Похоже, подпольщики обустроились на старых стройках Фиска. Хм. Отлично. Хорошо. А что за кинотеатр? Так, кино, окей. Кинотеатр? Хм, это... Надо, Ган. Драматично. Сказал. Это кинотеатр Джем. Думаю, именно там она спрятала униформу. Надо туда заглянуть. Если ты в кино, я только за. Но если хочешь сначала заглянуть... Хм, прикольно мы выскочили из здания, знаю, да? Кто поможет. Лады, внесу базы подпольщиков. Очень прикольно. Дел и сообщу, как доберусь до кинотеатра. А я буду тут. Вылавливать критические баги в спидном нагоне. Пина встретится с подпольем в Джеме поздно вечером. Пожалуй, можно пока проверить приложение и заняться другими делами. Да? Почему бы и нет? Север закрылся. Черт! Такой холод, людям нельзя оставаться на улице. Полетели в пир. Хотя, блин, здесь есть похоже, кое-что поближе. Давайте возьмем. Кто ж знал? Это приложение будет использоваться во второй части Человека-паука. Прикольная идея, которую ввели по сути в этой игре, и она продолжит существовать уже в последующих частях, что очень здорово и как-то более логично, что ли. То есть жители Нью-Йорка могут отправлять нам различные запросы, сколько просьбы. Можем их выполнять. Посмотрим, что скажет. Это здорово. Привет. Эй, видишь нас? Нет, не видит. Надо заскочить с этой штуки. Здорово. Человек-паук. Так, и что нужно сделать? Клюет носом. Чем могу помочь? Да, в точку. Мотор накрылся, и из-за льда кран накренился на бок. Да уж, дело плохо. Я убрал людей с площадки, но он может завалиться на улицу. Нужно сбить лед, пока он не рухнет. Жесть. Разберусь. Так, ладно, познакомиться. Да, юмор у меня явно хромает.
это начинает нравиться. Ты так все справишься. Прикольно. Сосульки больше тебя. Да уже. Обычное ледяное спокойствие мне не свойственно, но... А, позорище. Нет, нет, нет. Немножко не так я хотел сделать это. Кто-нибудь лед заказывал? Отлично. Теперь найти место, откуда зацепить кран. Да вот так, с этого здания. Можно просто отклонить его назад. Так где кран-то? Ну вот он. Нет, 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 нет! Ладно, жертв нет. Но если я правильно помню, здесь с минуты на минуту проедет поезд. Надо его разломать. Поезд не тормозит. Жесть. Все чисто. Теперь прыжок. Целую бетонную. Фу, целую бетонную трубу надо было разломать. Жесть. Вот. Капец, даже все руки сломаешь. Только верхушкой айсберга. Но... Даже если ты Человек-паук. Все, сегодня хватит шуток про лед. Отлично. Ладно. Ну, полетели, вот у нас сюжетка. Добраться до кинотеатра. Погнали. Итак, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. ЧП, типа Человек-паук? Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже? Во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толдычат по пятичасовым новостям. Сразу начался бы настоящий бедлам. Нам есть кого обвинить в этом. Включая и бандитов. Ты был прав, Ганки. Мы на месте. Подполье повсюду. Так оно теперь надполье? Работай дальше. Оно под напряжением. А! Неприятно. Судя по данным с костюма, там было 300 килоджоулей. И это просто ау? Преимущество биоэлектричества. Должен быть внешний источник питания. О, а их много. О, барьер заряжает биосилу. Может тебе брать с собой батарейки? Представляю, как бы я прыгал с преступника на спине. Если отдадите мне Нуформ, мы сможем пропустить эту часть. Не пускайте его к Нуформу! Воу, воу! Воу, умираю, умираю. Отлично. Погнали к остальным. Воу, воу. Конец тебе. Блин, он меня пристрелил хедшотом, наверное. Эх, черт. Блин, как же не люблю проигрывать. Надо все-таки более поумнее поступать. Сначала снимать стрелков,
а потом уже всех остальных. Ну, почему я не могу ничего сделать-то? Отлично. Вот так, потихоньку. Отлично. Видишь источник питания? Несколько. Явно надо идти по кабелям. Барьер под электричеством. Это серьезно. Похоже, после башни Фиска они слегка занервничали. И кто бы это был? Отлично. Фу. Должен быть еще один. Надо лететь вот к этим. А где они? На этой крыше? Да. Воу. Воу. Руки есть? Лови! Фу, помогли. Так. Ага, вон, вижу. Получилось. Отлично. Кто в барьере пропал? Можно его разбивать. Фу. Нельзя расслабляться. Может, есть лестница? Или лифт? Я вот думаю, а может сказать Фине, что ты Человек-паук? Эй, Фина, я не только соврал насчет вступления в твой клуб, но и тот, кто хочет тебе помешать. Ну, можно и как-то поделикатней. Ага, большая бронированная шкафа. Мой игровой комп до такого явно не дотягивает. Ага. У Фины тут настоящее злодейское логово. Видишь этот огромный бронированный контейнер? Абсолютно. Костюм прикольный, мне так нравится. Думаешь, на форм там? Он, по-моему, полуметаллический, что ли?
Ну, по-любому с металлическими деталями. Во все стороны тянутся кабели. Интересно. Один есть. Нужно включить остальные. Почему я должен признаваться Фине, что я Человек-паук? Ты не думаешь, что ей это не понравится? Посчитаем плюсы и минусы. Плюс. Она твой лучший друг. После меня. Минус. Она умелец. Плюс. Лучше поговорить прямо, чем действовать у нее за спиной. Минус. Другой Человек-паук ясно сказал. Никому не говорить, кто я такой. Ты сказал мне? Может, если бы она знала, что борется с тобой, то ей бы перехотелось быть умельцем? Может, ты прав. Ничего. Фина отправляет бросок. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Портит их работу над Нуформом. Хитро. Хм. Так, окей. Но куда нужно подсоединить? Не понимаю. Подключить напрямую не получается. Может, получится сделать цепь через Дорели? Так. И... Никого нет. Можно осмотреться. Я не знаю. Давайте вот эту штуку зарядим. Похоже, Фина делает новую маску. Щит? А, стоит мне разобраться с одним оружием подполья, она изобретает что-то новенькое. Хм. Так, ну генератор мы вроде зарядили, разве нет? Гипсокартон крошится. А, вот здесь еще один, да? Ага, уже два. Надеюсь, это хорошая идея. Ну что может случиться? Ты ж в 30 кварталах отсюда. Блин, так я же все зарядил, нет? Ладно. Нужно тоже зарядить? Я же его заряжал. Нет, он заряжен. Так, что нужно сделать-то? Как же я туплю? Кабели это интересно. Посмотри, куда ведут. Три есть. Остался один. Отлично. Хм, получается. Блин, не получается, да, вот так напрямую? Жаль. Включив генераторы, я врублю оборудование Фины. О! Ну? Звучит перспективно. Заглянул в суперкомпьютер Фины. Отлично, получилось. Извиняюсь, что я так долго тупил, но удалось. Так, а что ты задумала, Фина? Похоже, что Фина заряжает Нуформ. Дестабилизирует, как моя биоэнергия. Которая взорвала мост? И что, она хочет взорвать кинотеатр? Не кинотеатр. Роксон Плазу. Чего-чего? Это ж... Да как она... Она еще закрыта. Так что план очень грандиозный. Но я должен помешать Фине. Я заберу Нуформ.
Давай! Черт! Разделимся, он где-то здесь. Нужно достать Нуфор. Только разберусь с ее последователями. Я должен об этом. Здесь так здорово! А ты так и тут живой? Шустрее думай! Тебя грызка! Нет! Еще. К такому даже человек-паук не готов. Все очень серьезно. А это какой-то, блин, конкретный чувак. Отлично. Так. Отлично, так все. Опа. Нет. А вот и Фина. Это я не отдам. Эй! Эй! Стой! Серьезно? Хочу поговорить! Ты! Умелец! Стой! Так, секунду. Продолжаем. Решил украсть мой нуфор? Да черт нас два! Ганке! Я видел Фину! Что происходит? Она забрала нуфор! Воу, но она круто передвигается. Ах ты ж! Ладно, и как ты ее остановишь? Шаг первый — поймать ее. Шаг второй — я тебе перезвоню. Быстрей, ну быстрей! Отвали! Это мои дела с Робсоном! Может, будем использовать слова? Может, ты от меня уже отстанешь? Ты тут не столько сил. Идет плохо! Где ты сейчас? Я не знаю. Я пытаюсь не подорваться. Мне нужен новый план. Сделаем, как ты сказал.
Воу! Попала. Как только поймаю ее! Умелец! Мне надо кое-что тебе сказать! Погоди! Думаешь, я куплюсь на это? Ты должна знать это! Честно! Отвали, Человек-паук! Она быстро. Я сказала, отвали! Зачем у тебя так колеса смерти? Жестко. Один повод не убивать тебя. Сейчас маску снимем, по-моему. Это будет круто. Вот и повод. Моя мама очень расстроится. Майлз? Бывает и такое. Мы можем? Вы двое на крыше, стоять! Да. Ну, не идеально. Жестко. Кажется, она сломала ребро, а то и пару. Ну что, на этом, наверное, и закончим эту часть. Большое спасибо, что досмотрели с самого конца. Встретимся уже... Так, я забыл, это четвертая, да? Встретимся уже в пятой части. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мою телегу. Ссылка будет в описании. Увидимся.